Всем привет. Как ваши дела, как праздники? Как погода, как настроение? Как вы нахуй, казах? Что за праздники? Ты что, ебанат, блядь? Ты в каком мире живешь? Сука, сука. Что вы рассказываете? Куда надо. Какие треки? Новые работы, вот на днях вышел Gucci Bag в паблике на SoundCloud. Что это играет? О, сэмпл. Вчерашний бит мяса. А что я вчера выкладывал, разве что-то? Всем привет, привет. Я вчера не выкладывал ничего. Всем. Плотный. Да я не агрессивный, вы сами пишите мне: здорово, ебать. Чё я должен быть добрым? Вы же сами обращаетесь со мной агрессивно. Куда идёшь? Иду в магазин. Джилзом, типа джилзей. Тусовку скриптонита. Если да, то 104-й самый лучший. Тусов, как оно? Это все клево. В Харькове буду. Конечно, через фейл. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так. Закупочка. Блять, надо было, наверное, взять тележку. Да, возьму тележку. Я не знаю, будет у кого-то фит со 104-м или нет. С Юрой, с симбиотиком. Да мы давно познакомились.
Была одна хуйня, в Харькове проходили типа батлы, я там судил, а он там участвовал, начал гулять, и вот познакомились. Ну, это было года 4 назад или 5. Где-то так. Да, я играю в PUBG, но очень редко сейчас, я вообще почти ни во что не играю. Нет, не на лицензионной. Так, Дорого? Да нет, не дорого. Зачем тратить на это деньги, когда есть вещи более важные, чем покупка лицензионной файл. Например, я хочу в этом году поехать отдыхать куда-нибудь. Ой, Fortnite нахуй. South Garden, ДД, красава, спасибо. Так. А, это у вас оплата сейчас? Так. Карта у вас торгует? Сейчас. Так. Сейчас подождите. Ой, так. Угу, спасибо. Вы сравниваете биты между собой, ну типа у кого лучше? Нет. Делали игру. Какую игру? О чем вы? Биты есть, которые в группе, а есть, которые можно на заказ сделать. На заказ это 10 тысяч рублей. Типичный русский. Я не русский. Привет. Да всем привет. Если у тебя есть тут... Да ну типа у меня нет просто лишних денег, чтобы купить себе файлку. Здравствуйте. Да, наверное. А? Большой, давайте. Так.
Угу, спасибо. Так. Сейчас, еще секунду. Здравствуйте. Синевинском. Кассу. Сейчас. Угу. Спасибо. Так. Что это за транзистор мастер? Нет, хуйня какая-то. Так. Netzvis 10к. Конечно, 10к. Зачем на заказ писать дешевле? Это же дичь. Вы хотите нормальную музыку или вы хотите просто фрибиты? Если вам нужны фрибиты, найдите фрипаблики и покупайте. Ой, блядь, забирайте там всяких долбоебов, хуёвые биты. Канала битмейкинга нет, ну нахуй, только свой канал есть. Вон, да, у Мипа есть. Я вообще на мастере ничего не кидаю, в принципе. Я все по отдельным дорожкам, каждый звук свожу. Тогда хуй знает. WhatsApp, WhatsApp. Блин, сегодня пиздецки тепло. Фух. Хотел погулять, но не получилось сегодня. Вчера пиздато погуляли. Завтра хуй его знает, буду гулять или нет. Завтра в 4 часа еду к зубному. Буду ставить новый зуб. А вот вы спрашиваете, нахуя, типа, ой, почему ты не покупаешь лицензионный файл, надо же платить. Были бы деньги, заплатил бы, а, по-моему, здоровье важнее. Если кто-то считает, что здоровье не важнее, какой-то лицензионный файл может идти нахуй. Ха-ха, у зубного прям как фара, что? Блядь, чуваки, если вы не лечите зубы, это пиздецки смешно. Мне не нужна удача. Что вообще по Pronunciavage можешь сказать? Я ему дал фрибит, он меня даже, по-моему, не отметил, не сказал мне спасибо и пошел нахуй. Что по поводу него говорить? Так норм, а то, что... Как он поступает, не очень красиво, конечно. Правильно, ходите к зубному, лечите зубки. И, в принципе, будьте здоровы. Это главное. Да я видел, что там в Самаре какая-то хуйня загорелась.
Да, продюсировал трек Kill. Я же говорю, то, что я ему дал бит. Он меня даже не отметил, типа подписал прот, но нигде не отметил ни SoundCloud, никакую соцсеть. Вот, ну и в принципе, больше нихуя. Сейчас все горит что-то. Да, блядь, забейте. Оно всегда горело, просто сейчас на этом максимально акцентируют внимание после случая в Кемерово. Такое всегда было, блядь, просто на это закрывают глаза, пока это не случается в крупном масштабе, как в Кемерово. Кому ему? Да, блядь, почитайте чат. Иногда такое чувство, что сам с собой разговариваю, а не с вами. Только зашел. А даже все равно хуево. Я не знаю, о чем вы. Ладно.